Следующая песня известной рок-группы, название которой вы, безусловно, угадаете, на выступление которой многие годы собирались целые стадионы. История группы уходит корнями в далекие 80-е годы далекого 20 века. И родина этого музыкального коллектива – город Свердловск, ныне Екатеринбург. Именно оттуда, с Урала, пришли к нам такие культовые рок-группы, как Наутилус Помпилиус и Агата Кристи. А коллектив, о котором сегодня пойдет речь, выбрал для себя название, связанное с русским национальным напитком, не водкой, которым обычно принято угощать гостей в холодные зимние вечера. Именно этот напиток, причем самый дешевый, музыканты во время репетиции заваривали в старой кофеварке за неимением молотого кофе. Эта группа играет кантри, рок, блюз-рок, рок-н-ролл и регги. И одной из самых популярных песен этой группы стала «Аргентина-Ямайка 5-0». А сегодня вы услышите, как мне кажется, одну из самых лирических их песен «Не со мной». Группа «Чайф». Собираю марки от чужих конвертов, отпускаю мысли так легко по ветру. Улетает время тяжелей, но дольше. Я тебя не встречу, не увижу больше. Не со мной ты, не со мной ты, не со мной ты, не со мной, не со мной ты, не со мной ты, не со мной ты, не со мной. Не могу привыкнуть к упасти фальши. Ты была так близко, ты теперь все дальше. Ты вчера ходила на Агату Кристи, и я пинал по скверу золотые листья. Не со мной ты, не со мной. Не со мной, ты не со мной. Не со мной, ты не со мной. Ты не со мной, ты не со мной. Разливал стаканы я из мараули, и чужие руки резали сулугуни. Пела на песни лохита фальшива. В голове стучалось, есть тебя паршиво. Не со мной ты, не со мной ты, не со мной ты, не со мной, не со мной, ты, не со мной, ты, не со мной, и не со мной. Не со мной, ты, не со мной, и не со мной, и не со мной. Не со мной, не со мной.